Всем привет! Guten Tag! Несмотря на то, что система склонения личных местоимений в немецком языке очень похожа на систему в русском, многообразие форм местоимений может показаться запутанным. Но только не для наших подписчиков. И больше недостоинств, чем недостатков. Недостатков такое копеечное количество, что обсуждать тут особо нечего. Ну, мне понравилось, то есть я сам иногда репетиторством занимаюсь, то есть это интересно. Вот такое можно показать студенту, ученику. Нет, все прекрасно, все очень хорошо, все прекрасно. Молодцы. Почему в ваших рядах нет мужской половины? У нас происходит постоянная смена состава. Смотрю, там девочки бегут. Это тоже очень интересно. Это интересно. Это очень интересно.